привет! Около года назад я снимал видео под названием «Фараонова змея». Сегодня я хочу повторить этот эксперимент, но сделать более масштабно. Все, что понадобится для этого эксперимента, это сухое горючее и кальций-глюконат. В прошлом видео мы использовали одну таблетку сухого горючего и 4 таблетки кальция-глюконата. А сегодня из сухого горючего мы сделаем целую змею и сверху нее мы установим 50 таблеток кальция-глюконата. Нужно подготовиться. Помните, все опыты с огнем нужно проводить под присмотром взрослых. А также на всякий случай подготовьте ведро воды или огнетушитель. Подготавливаем систему безопасности. Теперь устанавливаем таблеточки сверху. Теперь нужно придумать, как пожечь все сухое горючее одновременно. Спичками будет неэффективно, поэтому используем газовую горелку. Запах будет не очень приятный, поэтому советую открыть окно. Когда загорело сухое горючее, змея как будто ожила. Она стала превращаться в какое-то чудовище из ада. Из нее стали расти огромные щупальца. Это зрелище просто завораживает. Это было реально круто! Но после того, как щупальца стали покидать защитный барьер, нам пришлось вмешаться и затушить сухое горючее, слегка на него полив водой. Вот такой сюрприз нам оставила змея. Это был очень жаркий эксперимент. Ну а на сегодня все. Всем пока! Да прибудет с вами сила! И хорошее настроение! Увидимся в следующих видео!